Знакомьтесь, это Тереза. Похоже, эту необыкновенную собаку всю жизнь держали в маленькой клетке и использовали для разведения щенков. Когда Тереза приехала в приют, она практически не могла двигать задними лапами. Собака была грязной, уставшей, истощенной. Вдобавок она недавно родила. Ее щенков рядом не было. Несмотря на это, самоотверженная собака нашла в себе силы стать мамой для 6 котят, которых не могла выкормить собственная мать. Она нянчила и защищала котят, как своих родных щенков. После прибытия в приют, Тереза понемногу восстанавливала мышечные функции задних ног. Ей сделали особенно модную стрижку. Но она не прекращала бдительно следить за своими котятами. Теперь, когда котята уже подросли, Тереза готова все начать сначала и найти дом, который сможет назвать своим. Несмотря на то, что Тереза прошла долгий путь оздоровления, она все еще нуждается в медицинской помощи. При последнем осмотре собаки поставили диагноз – камни в мочевом пузыре, и все еще необходимы процедуры для окончательного восстановления мышечных функций задних ног. Лига помощи животным оказывает помощь и медицинский уход таким животным, как Тереза, только благодаря щедрости многих людей. Пожалуйста, помогайте животным, которые нуждаются в поддержке и медицинской помощи. Спасибо!